Анастасия Савичева с детства занималась легкой атлетикой, но в 17 лет решила перейти в полиатлон и уже 11 год в этом виде спорта. Мне этот вид очень понравился, потому что в него включается много дисциплин, они разнообразные. Как бы это намного интереснее, чем заниматься одним видом спорта. На первом этапе Кубка России по полиатлону летней пятиборье Анастасия стала второй. На втором этапе в Анапе хочет укрепить позиции и подняться до первого места. Одновременно с Кубком России по полиатлону прошел чемпионат Краснодарского края по программе спринт, плавание, бег на выносливость, метание снаряда и стрельба из пневматического оружия. В состязаниях приняли участие юноши и девушки двух возрастных групп – 12-14 лет, от 15 лет и старше. Когда родители еще не определились, кем будет его ребенок – пловцом, легкоатлетом, стрелком, они могут привести в нашу секцию и уже за ним, занявшись нашим видом спорта, потом уже определить конкретно, или он остается в полиатлоне, или же он может стать чистым легкоатлетом, как это у нас уже было, когда у нас мастер спорта международного класса Рыжов Кирилл из полиатлона перешел в легкую атлетику и был в сборной России. Также это было и в пулевой стрельбе неоднократно, и даже наши спортсмены, некоторые участвовали после этого и в бобслее, в олимпийских видах. По результатам всех пяти видов определили чемпионов соревнований. 14 сентября на стадионе «Спартак» провели церемонию награждения победителей.